Всем привет-привет! Сегодня я снимаю видео о своей посылке с сайта fashional.ru. Не прошло и недели, а посылка у меня уже на руках. Мне позвонили в пятницу и сказали, что могу я ее забрать. Я была безумно рада, потому что все-таки рассчитывала, что посылка с Китая будет идти, ну, где-то месяц. Хотя нам, конечно, пишут, что 2 недели, но я в это не верила. Экспресс-доставка называется у нас в Украине EMS. Ну, в принципе, это доставка по всему миру. Очень быстрая экспресс-доставка. Мне прямо была даже приятно удивлена, что она так быстро все мне доставила. Ничего за доставку я не платила, что тоже было очень приятно для меня. Итак, что же я получила? Это у меня мой первый заказ. Я уже снимала небольшой видеообзор про этот сайт fashional.ru. Итак, что же я заказала, сейчас я покажу вам, расскажу. И я сделала вот недавно свой второй заказ. Я думаю, что в течение этой недели придет мой второй заказ. И, конечно, я вам все покажу и расскажу. Так, первое. Вот у меня вот была вот такая вот сумка от Prada. Очень хорошее качество. Сумку эту я заказывала себе на лето. Вот так вот она будет очень хорошо смотреться. Вся гарнитура выполнена очень качественно. Замочек вот идет сбоку. Вот такой вот замочек. И здесь вот ключик, на который закрывается этот замочек. Качество просто изумительное. Смотрится очень даже неплохо. Достойная сумочка под оригинал. И не скажу, что это какая-то китайская подделка, потому что качество вот реально достойное и смотрится очень-очень хорошо. Мне понравилось. Потом следующее была постельная. Постельная я все-таки переживала, то что постельная там не совсем стоит дешево. Но вот я была самим качеством и составом приятно удивлена. Состав здесь идет хлопок с шелковой нитью, очень приятная на ощупь. Вот так вот смотрится данная постельная, которая мне пришла. Вот она. Очень красивая, нежная. Тут идут два пододеяльника, вот такие вот большие. Они немного мне большеваты, потому что подушки у меня 50 на 70 идут. Это на двуспальное белье. И вот такие вот подушечки квадратные идут. Наволочки. Вот такие вот. Вот так вот смотрится. Очень красивая нежная расцветка и очень хорошая ткань по качеству, по составу. Для меня состав тканей очень важен, так как мы спим, отдыхаем, наше тело должно расслабляться, поэтому состав ткани должен быть максимально натуральным, идеальным. То есть катон, шелк – это то, что должно, из чего должно состоять наше постельное. Вот так вот еще повторюсь, смотрится данная постельная. Все было очень достойно, хорошо упаковано в таком пакетике на замочке. Еще каждый отдельный продукт был в белом мешочке, то есть все замечательно запаковано. И последнее то, что я заказала, вот такая вот сумка дорожная от Барбери. Это просто что-то, это идеальный вариант, качество просто супер. Да, это заметили, ручки кожаные, но качество, ну вот просто классное, она держит форму. Вот такие вот ручки. Тут идет перепоночка, фиксатор. Здесь идут два колесика. Вот. Здесь идут фиксаторы, вот когда вы ставите, чтобы ничего не царапалось. Тут у нас идет, расстегивается вот эта вот штучка. И вытаскивается ручка. Вот такая вот. Хорошее качество. Все не на соплях. Просто вот замечательно все сделано. Тут тоже идут такие вот фиксаторы, чтобы ничего не царапалось. Тут еще идет дополнительно вот ручечка. Вот. Одно отделение вот так вот оно застегивается. Вот. Вот так вот. Так. И здесь вот еще у нас идет вот так вот, чтобы вам показать. Вот. Тоже вот такое вот впереди большое отделение. Вот так вот. Внутри сделан тоже такой материал. Классная, достойная сумка. Вот, как она выглядит. За приемлемую цену. Очень достойные продукты. Качество просто все изумительно. Мне безумно все понравилось. Не скажешь, что это все от китайского производителя. Видно, что все фабричное. И фурнитура, гарнитура, все довольно-таки на высоком уровне.
И еще мне просто еще раз повторюсь, что просто поразила быстрота и качество доставки. Все настолько быстро было, что я просто даже не ожидала получить ее настолько быстро. Опять же повторюсь, что заказала еще дополнительный второй заказ. Там будет 5 продуктов. Как я их только получу, я вам опять все подробно расскажу, покажу. Я думаю, что это видео было для вас полезным. Задавайте свои вопросы, пишите свои отзывы и комментарии. Обязательно на них отвечу. Пока, люблю вас.